Заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа принял Иркутск во вторник. Встречу возглавила спикер парламента Томской области Оксана Козловская. На повестке вопросы охраны объектов культурного наследия. Перед заседанием участники совета посетили Суворовское училище, где встретились с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В программе также запланировано посещение 130-го квартала, Иркутского авиазавода и архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы».